Так сложились обстоятельства. Мы просто ехали с Рязани, ну, решили подвезти двух девочек, они на остановке стояли. Пригласили их, они сели в машину, ну, мы попутно ехали, попутно направление. Ну, так девочка курили там, по поведению было видно, что это такое легкое поведение, вели развязно себя. Ну, подожди их подвезти, они согласились, сели в машину. Ну, потом говорят, девчат, давайте выпьем. Они выпили с нами. Вот. Спиртное было снотворное? Нет, нет, снотворного не было. Девочки, значит, в своих показаниях пишут, что они по глотку выпили, потеряли сознание, и я их увез. Это неправда. Они выпили, значит, надо по бутылке была вся вина, они выпили, показалось мало. Потом поехали в магазин ночной, купил я, по-моему, бутылку вина хорошего. Вот еще раз пили там в Рязани. Но опять показалось мало. Потом я предложил, говорить, поедем к нам, в Скопинку ко мне, ну, там еще выпьем, погуляем. Ну, наверное, то, что вот они такие легкого поведения, девочки. Ну, там что-то получится, может, переспать там как. Вот. Лена согласилась сразу, старшая девушка, Лена. А Катя говорит, нет, время позднее, мне мать будет ругать. А Лена говорит, не переживай, мы скажем матери, что у меня заночевала. И она согласилась. И мы поехали, значит, ко мне в Скопин. А бункер к тому времени уже был построен? Ну, там как бункер, он типа подвал был. Я там отдыхал в этой комнатке. Не то, что для кого специально построил, просто типа отдыхал там. Просто в материалах следствия, все и в показаниях, и в том числе в ранних ваших показаниях, есть показания о том, что бункер строился специально. Ну, это они сделали такое заключение, но так и не специально строил. То есть и кровать двухъярусную? Это я же потом кровать затащил. Я сначала построил типа под подвальчиком, хранить фрукты, овощи. Ну, потом смотрю, комната хорошая получилась. Взял там кровать, затащил, там поставил и отдыхал там. Конструкция бункера говорит о том, что кровать была туда опущена до того, как было закончено строительство. Нет, нет. Она так просто не пролезла туда? Так невозможно. Я ее разрезал и там сваривал на месте уже, в подвале. Вы в Скопине пользовались услугами девушек легкого поведения? Да, это правда было. Услугами вы бы могли продолжать это делать, не совершая преступлений? Да, почему вы совершили это преступление? Это болезнь? Нет. Ну, я когда девушки приехали ко мне, значит, на мой участок, я, значит, там Катя сначала совершил половой акт, потом, значит, на следующий не получилось. Ну, я не проводила их туда в подвальчику, переночуйте до утра, а потом отвезу вас в Рязань назад домой. А вот там зашел к ним, они говорят, вот ты Катю изнасиловала, она была девственница. Я говорю, ну следов-то не было, как там девственница, неправда. Они говорят, нет, мы заявим тебя в милицию, у нас там, ну, в общем, накажут тебя сурово. Я их не выпустил, закрыл там, не выпустил их. И то все. Есть на ночь, на первую ночь вы их тоже заперли? Ну, заперли, да. Нет, тут я зашел к ним, они сказали, что... Как-то немножко не вяжется все то, что вы рассказываете, с тем, что вы их заперли. Ну, запер, что они вышли, конечно. То есть это вы их, в принципе, похитили? Ну, там и есть похищение, конечно. Так она и есть. Просто то, что до этого вы рассказываете, остается впечатление, будто вы их пригласили, они пришли, сами остались, чуть ли не сами согласились с вами заняться сексом. Сексом занимались они, ну, под угрозами. Катя не соглашалась, а Лена Бадокина сказала, что собакам отдаст ее. Она согласилась. Если бы Лена с Катей не смогли подать знак вот этой вашей квартирантке, которая нашла записку от них, и их бы не освободили, что бы вы с ними сделали? Я девочкам обещал постоянно, что отпущу их рано или поздно. Но так я сам не мог определить, когда именно. Боялся последствий, что там, ну, они пойдут в милицию, естественно. Я получил срок наказания. Поэтому я определенное число не называл. Но обещал их отпустить. Потому что я сам переживал за них. Я вижу, что как им плохо было, тяжело.